память предков, погибших в Великую Отечественную войну, почтили и в Соликамске. Ранним утром 22 июня к мемориалу умерших от ран в соликамских госпиталях пришли священники и жители города. Подробности в репортаже Евгения Смирнова. Уже по доброй сложившейся традиции, ровно в 4 часа утра 22 июня священники Соликамской епархии совершили литию у мемориала умершим от ран в соликамских госпиталях. К этой службе и к акции соликамской молодежи «Соликамск помнит» присоединились те немногочисленные люди, кто захотели вспомнить погибших во Второй мировой войне. Всех невинно убиенных, от рогов и младенцев, матерей, сестер, отцев и братьев, всех здесь лежащих и повсюду православных, всех невинно убиенных, согрешение содеяно ими, словом или помышлением, делом, яко благи человека или без Бог проси. Я конец человек, и жив будет, и не согрешит, ты бы един токмо без греха. Пока совершалась заупокойная лития, участники волонтерского объединения расставляли свечи перед памятником соликамским танкистам, выкладывая фразу «Соликамск помнит» и возжигали свечи. По завершении литии настоятель кафедрального Спаса Преображенского собора иерей Кирилл Трофименко призвал помнить о тех, кто свою жизнь положил за веру и отечество, кто умер от голода, холода и ран, кто ковал победу в тылу. Чтобы мы всегда молились в храмах, не только в храмах, и дома, и на могилах, и вспоминали тот подвиг, который был совершен нашими прадедами, дедами, отцами, которые не забываем до сих пор с того времени. И вот уже горят символические свечи памяти, как знак глубокого уважения и благодарности нашим предкам, отстоявшим мир и возможность спокойно жить на пространстве Святой Руси. Евгений Смирнов, пресс-служба Соликамской епархии.